Я сейчас к россиянам обращаюсь, к тем, кто это поддерживает. Вы совсем у вас вообще нету ни мозга, ни совести. А мы сами не знали. Монах, іконописець Андронік з російського Санкт-Петербурга, який нині проживає на Афоні, на пальцях пояснює росіянам, що і чому сталося у Белгороді. Я зараз к росіянам обращаюсь, к тим, хто це підтримує. Ви совсем у вас вообще нету ни мозга, ни совести, когда вы через полтора года уничтожения Украины и получив, по сути, возмездие, вы кричите, они нацисты, они теракт совершили. У вас вообще нету мозга, вы не можете сложить дважды два будет четыре. Кто начал войну? Ну, это же всем известно, это уже открыто, никто не скрывает, что войну начал Путин, и не сейчас, не в 22-м году, в 14-м. И все эти жертвы в Украине сейчас в России на руках того, кто развязал войну, а не на руках того, кто обороняется. Но никому же в голову не приходит осудить советскую армию, которая р**ла Берлин просто до фундамента. Но то же самое будет происходить. Вы думаете, это закончится? Это только начало. Если война продолжится, жертв будет с каждым днем все больше и больше. Будет литься кровь. Закончится мобилизованный на фронте. Домой не вернется никто. Наберут новое мясо, отправят еще 350 тысяч. Вам это надо, скажите? Сейчас обращаюсь к зигованным, которые это поддерживают. Вы хотите, чтобы лилась кровь? Може, ця глибока віруюча нація хоч дженця послухає. Вот это публичное покаяние не менее омерзительно и не менее лживо, чем до этого восторг собой. Когда люди вдруг за день меняют точку зрения, я им не верю. І подивіться на реакцію пропагандистів. Треба ж наші мальчики і в чужой стране, і в своїй стране чувствують себе окупантами. Тому треба зробити так, щоб мігранти боялися навіть підняти у Росії голову. Так-так, ті самі мігранти, які мають покрити зменшення російського населення. Нападають у нас в Росії. Я ще раз підчеркую, у нас в Росії ці нападають на корінних жителів, на воїнів, які захищають нашу родину. Тобто вони чувствують себе здесь окупантами. Я ще раз підчеркую, вот это все, которую мы сейчас видим на экранах. Я подчеркиваю, это не распространяется на всех мигрантов. Безусловно. Речь не идет о том, чтобы их всех мазать одной черной краской. Но вот эта вся которая периодически проявляет свинство и скотство по отношению к нам, коренным жителям России, демонстрируя это в самых омерзительных формах, я еще раз это подчеркиваю. Они должны бояться поднять голову. И прекрасно понимать, что если они попали к нам на территорию, любая попытка оскорбить и унизить коренного жителя будет пресекаться немедленно. Причем в самых жестоких формах. Росіянка у свої 83 роки сміливо заявила на камеру про своє ставлення до кремлівського диктатора Путіна та до того, що зараз відбувається в її країні. Жіночка не розуміє, а чому народ це все бачить і терпить. Вже звісно вибори, чим вони закінчаться. Це вибори так, фу, никаких, Вера Ивановна. И сколько это еще будет продолжаться? Я не знаю, почему молодые вот молчат. Неужели им все это нравится? Неужели они не понимают? Ужас просто. Я вот, мне 83 года, такого безобразия. Вот насколько я была недовольна советской властью, но такого безобразия, как сейчас, вообще не было. Тогда хоть что-то впереди там светило, понимаете? Квартиры какие-то получали там, то все. А сейчас что? Нельзя сидеть одному 20 лет. Он уже... Глаза замылились у него уже. Он уже ничего не видит. Его уже врут ему все. Понимаете, он посмотреть на него противно. Я вот его видеть не могу. 20 лет сидеть. Ни стыда, ни совести. Понимаете? Ни стыда, ни совести. Правильно сказал Невзоров. Кремлівський пропагандист Владимир Соловйов заявив, що людина була створена для війни, а не для миру. Весь світ хоче розвиватись, а ось такі, як Соловйов, хочуть лише війни. Важно не только видеть то, что происходит с той стороны, но и иметь возможность показывать правду. И как раз Владимир Рудольфович в том числе участвовал в том, как это правильно доносить, чтобы люди понимали, осознавали вот эту опасность, которая перед нами. Да нет никакой опасности. Слушайте, я на вас смотрю... Пускай они нас боятся. Не в этом дело. Я понимаю, это прозвучит жестоко, и наверняка потом будут говорить плохо. На самом деле человек создан для войны, а не для мира. Война, сука, проявляет людей. Настолько ты сразу видишь, кто есть кто, настолько все лишнее слетает. Да, это ужасно, да, это страшно. Если посмотреть за всю историю человечества, лет без войны было уничтожено мало. Но мир куется войной. Мужики всегда живут войной. А хрупкие вот такие женщины. Никаких хрупких женщин нет.
Женщина – это такая основа всего. То есть девчонки на войне, которых видишь, ну, они же потрясающие. Это правда. То есть, ну, есть волонтеры, есть журналисты, а медсестры. И они реально живут, у них чувство юмора, они веселые, они заводные. Хотя кстати, да. И кровь, и смерть, и все это рядом. Ну, это жизнь. І поки в Москві тримаються морози у мінус 20 градусів, у будинках немає ні опалення, ні світла. Працює лише радіоточка, яка інформує, як же замерзає загніваюча Європа. Причем фонари горят, удивительно, а в домах нет ни отопления, ни воды, ни света. Кошмар какой-то, минус 27, нормально, нет? І послухайте, що кажуть обичні росіяни, які щодня атакують своїми ракетами та шахедами мирне населення України. Ось ця жіночка каже, Росія лише закінчує війни, і вони хочуть, аби їх улюблених українців ніхто не бомбив. Ми закінчимо, як захочемо, на наших условиях. Да. Щоб наших любимих українців ніхто не бомбив і не убивав. Это единственная цель России. Если ты не понимаешь, что Россия – это добро, это твоя проблема. А в чем добро? Потому что Россия всегда заканчивает войны. Она не начинает их. Чи є тут в Ютубі лікарі? Напишіть в коментарях, ось це біполярочка чи ні. Російські пропагандисти зізналися. Спеціальна воєнна операція дозволила Росії оголити суть своєї цивілізації. Як це, може бути, не тяжело сформулувати? Но специальная военная операция, которая, конечно же, ведет к взаимным жертвам со стороны российского военного состава и украинского военного состава, тем более, что речь идет о конфликте с братской страной, то эта операция позволила России как-то обнажить, наконец-то, суть своей цивилизации. Ощущение, как будто бы мы проснулись. То есть вот это вот какой-то летаргический сон, который нас охватил с момента развала Советского Союза, он достаточно долго продолжался, и мы из него поступательно, этапами, очень тяжело выходили. Правильно розуміємо, що судячи з того, які злочини російські мальчики коять в Україні, то суть ця полягає у фашизмі, тероризмі та жорстокості. Тим часом зрадниця України Тетяна Монтян заявила, що співробітники каналу Соловйов Лайф гірші за українських. И заявила, что их пропаганда вбивает людей. Да, теперь очень интересно знать, на что деньги собирает команда Соловьева, если все так хорошо, все так прекрасно. Это хороший вопрос к Соловьеву. У них войны нет, они сидят жирными на теплых диванах. Для них война – это сводки, а для нас это каждодневная смерть. Вот и все, они в это играются. На то, что из-за их вот этой вот болтовни и лжи погибают люди, причем погибают пачками, и военные, и мирные. Это враги хуже нас. Мы ничего с этим не можем сделать, потому что они тусят на федеральных каналах. А мы что можем сделать? Ну, а есть народ, который верит этим лживым, лицемерным и... Ну, что мы можем с этим поделать? Ось це прозріння. Нічого собі. Тільки є невеличкий нюанс. Сама Монтян із цими пропагандистами по один бік барикад і служить рівно тому ж режиму, який цим пропагандистам платить за їхню брехню. А я нагадую, дуже яскраве підтвердження того, що путінська пропаганда є послідовниками Геббельса. І навіть тут вони не вигадують нічого нового, а лише підлаштовують під себе старі методички. Цитировать одну фразу, хотел спросить, насколько вы считаете, что это действительно правильно? Оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев. Все так называемые оппозиционеры, враги нашего народа, финансируются Западом, живут на его подачке. Вы согласны с этим? Блестяще сказано. Отлично, это сказал Йосиф Геббельс 12 марта 1933 года. Російський так званий воєнкор попросив окупантів менш гадити по окупованому Донецьку.
А, так вот кто бомбил Донбасс. Хотелось бы все-таки, чтобы контрбатарейная борьба, ну, так или иначе, велась чуть в стороне, просят местные жители от жилой застройки. Потому что нередко, к сожалению, я это с болью говорю, но просто на это надо обращать внимание, в горячке боя, как я понимаю, увлекаются тоже, в том числе и перемещающиеся наши артиллеристы, и слишком близко подходят к жилым домам. Система контрбатарейной борьбы со стороны работает очень хорошо, то они дальше, так сказать, с минимальным КВО, то есть вероятностное отклонение, так сказать, кладут снаряды по месту нахождения, даже когда уже САУ ушла, то есть самоходная артиллерийская установка. Поэтому тут просто я призываю артиллеристов от лица местных жителей Куйбышевского и Киевского района обращать все-таки внимание на ударение фасадов как минимум метров на 200-300 по возможности. Это уже касается дивизионов и конкретно работы командиров этих дивизионов. У Вологді депутат з партії «Єдина Росія» Олександр Гордєєв подарував своїм колегам на Новий рік по упаковці яєць. Сверхдержавненька. А тим часом дружина окупантів активно нить по телеграмам. Чоловік ось цієї Марії Ішкова із Санкт-Петербурга мобілізували восени 2022 року. І той не дожив до Нового року. Тепер Марія проснулась і зрозуміла, наскільки небезпечно бути поза політикою. Її чоловік прокинутись вже не зможе. Але, може, її слова допоможуть прокинутись хоча б тим, ще живим, хто по дурості планує йти вмирати на цю безглузду загарбницьку війну. Осінню 22-го року мій муж був мобілізований. Був відправлений на участок Сватова Кременная. Зараз кінець декабря 23-го року я приїхала встретить Новый год со своим мужем. И я сейчас нахожусь в Бердянске, и я узнала, что моего мужа не стало. Мне позвонили сослуживцы и сообщили, что вчера он погиб. Что я хочу сказать всем людям, кто борется за своих любимых мужчин, за свою любовь, за свое сердце, за свою жизнь, за свою судьбу. Я хочу сказать, что времени у вас нет. Времени не осталось совсем. Потому что каждый день может стать роковым. Абсолютно каждый день может стать роковым. Скорее всего, неизбежно станет. Боритесь за них сейчас, именно сегодня. Делайте все возможное. А я считаю, что возможно одно единственное – это Сочи, это побег. Я считаю, что если ваш муж вернулся в отпуск домой, просто бегите с ним. Другого пути у вас нет. Я не успела. Я тот человек, который не успел. Я так ждала этого. Встречи с ним здесь. Если вы не успеете, потом будет поздно. На счету каждый день. Каждый божий день. Просто один день, и вы не успеваете. И потом уже ничего нельзя сделать. Потом его уже нет. Его нет. Я сейчас приехала на те самые новые территории. Я приехала к своему мужу в Бердянск, в территорию Запорожской области. И знаете, я хочу вам сказать, что здесь людям это не нужно. Это никому не нужно. Любимые люди гибнут просто ни за что. А ось ті самі росіяни, які отримують задоволення від того, що робить їх цар. Це колись відомий актор російський Охлобистін, а нині військовий злочинець. Той закликає канонізувати Гіві та Моторолу. Тих самих злочинців, які стріляли у мирних громадян у Донецьку. І це задокументовано. Ви писали у себе, що пропонуєте канонізувати Захарченка, Гіві, Моторолу і так, інших героїв. Так, хоча вони святі воїни, я так вважаю. Вони ж як вони воцерковлені люди були, як з точки зору. Ну як воцерковлені? Захарченка, вони Захарченка обсуждали, построєння часовні, які не построєні на самому могилі. Он помогал храмам, он был человек, может, и не церковленный в таком каноническом понимании, там, но был православный христианин. Моторолу тоже себя считал православным, Гиви то же самое, там кого не возьми. Вера не только через ритуал, вера в отношении к людям, они были бессеребренники, они бились за справедливость. Я их знал лично, и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут местночтимые быть. А если дальше, там, как к каноническому ряду, если чудеса начинаются, то уже там возводится в ранг всероссийских, всемирных святых. Які ж лицеміри на Геббельс ТБ?
Росія нікуди ніколи не втручалася, хоча треба було виращувати там своїх політиків, кажуть вони. А нагадайте, скільки грошей Кремль ввалив тільки у кампанію Януковича? Значить, второе, політичний, якщо смотримо аспект, ми ніколи нікуди практично не вмішувалися. Даже в сусідні государства ми сотрудничали з тими, хто є у власті. Ми не устраивали там ніякі перевороти. Но ми не могли часто ми слышим, що це була неправильна політика. Угу. Правильно. А нам надо бы было вмешиваться и выращивать каких-то там своих будущих политиков. В конкретном прикладном аспекте, данном прикладном аспекте, возможно, надо было. Импортозамещение у всей краси. У 2023 році на Росії купили 500 000 китайських автівок, бо свої ж нікому не потрібні. Але тільки послухайте, як же ті шоковані від зламаної педалі, бо та виявилась вироблена з пластмаси, і начебто вона не витримала російські морози у мінус 25 градусів. Ребят, сказати, що я в шокі, не сказати нічого. Чинган CS-55, робоча лошадка, ну, в принципі, як би, да? Зараз будете ржати. Педаль газа. Она просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик, и эта педаль, она просто сломалась. Она пластиковая. Але ж, звичайно, не всі росіяни у це повірили і побігли перевіряти. Один навіть зайшов спеціально у салон і знову був дуже здивований. Реально пластик. Да вот, вот эта машина вся такая, типа, крутая. Ну, что-то не крутое, видать. Даже по сиденьям видно, вон они какие-то. Дешманські всі. А ще у мережі помітили схожість нової так званої російської «Волги» із китайським автомобілем. Їм прикро, що ми так шикарно живемо ось цій Європі. Вони просто заздрять нам. Послухайте, що говорить ось ця звичайна росіянка. Привикли удовлетворятися тим, що маємо. А Запад, ну, більше, от, у них комфорт, там, то все. А ми, головне, сити. А будто и одеты мало-мало, а богатство как бы... Ну, нам, значит, так удобнее, а Европе так удобнее. И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей, а у них они друг на друге сидят. Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе. Они завидуют нам. Шольц та Макрон точно зараз десь заплакали. Народився, потерпів, попрацював. Ще попрацював, і ще трішечки попрацював та помер. Це ось такий результат економіки, яка загинається, і девіз наступного року в Росії. Яким этот год був для вас? Опишіть його одним словом. Нічого хорошого. Ремонт дома, огород, болезні, врачи не лечать. Син нормально, жива, здорова, в саду роботу, все хорошо, благодарю Господа. Не очень хороший, искал роботу. Не нашел. Для меня лично очень плохой. Газ отключали. Матушки мои. А у нас автономное отопление. Считайте, 7 дней не сварить, не обогревать, ничего. Яйца не сварить. Об яйцах говорить нечего. Ну, в новом году я бы, наверное, пожелал всем работать. 24/7, без выходных. Щоб робота була, щоб, не дай Бог, роботу туди не потеряв, може, мало ли. Тим часом Маргариточка Бабрасян вирішила підставити весь світ цих пропагандистів, запропонувавши запровадити податок на розкіш, щоб, якщо хтось хоче, щоб у нього повтався смарагд десь на копчику, відправити суму пропорційно вартості цього смарагду на фронт. Це правительство, государство. Смотрите. У нас дома с некоторых пор, ну, с тех пор, как СВО началась, собственно говоря, есть такое правило, такой внутренний налог. Правило следующее. Если Тигран хочет мне что-то подарить, там сумочку, сережки, неважно, то он должен
точно такую же сумму, которую он мне дарит, отправить на фронт. Это помимо того, что мы отправляем и так, и прочее. Просто это такой налог, правило такое. Купил сумочку, сколько стоила сумочка? Столько за столько же денег купил что-то, что нужно для фронта. У меня такое же правило для самой себя. Если я хочу сама себе купить что-то необязательное, ну вот мне захотелось новое платье к Новому году. У меня есть и старое платье, можно надеть и старое. Ну, я же девочка, мне захотелось новое. Как пример, то я эту же сумму, как 100% налог, эту же сумму я отправляю на фронт, и это не касается, еще раз, обычной помощи, которая происходит и так. Давайте, наконец-то, хотя бы на время СВО, а лучше бы навсегда, но хотя бы на время СВО введем налог на роскошь. 100% налог на роскошь. Как это принято у нас в семье? Что это значит? Это значит, что если человек покупает что-то необязательное, ну, какую-то побрякушку, понимаете, бриллиант или изумруд стоимостью 23 миллиона рублей, если человек это покупает, то он такую же сумму должен отправить на фронт, ну, налогами перечислить, и это прямое перечисление на фронт, на наше СВО. Поверьте мне, человек, который покупает себе побрякушку за 23 миллиона рублей, ему все равно 23 миллиона она стоит или 46. Он и 46 заплатит. Просто из этих 46 23 уйдут на... А 23 уйдут на фронт. И спасут огромное количество жизней. И тогда можно закрыть глаза на то, что этот бриллиант или изумруд болтается на чьей-то... Если мы знаем, что благодаря этому 23 миллиона ушли на фронт. Правда же? Враховуючи зростання цін на продукти, незабаром ті, хто може дозволити собі яйця, платитиме податок на розкіш. А ось це житловий будинок в російському Якутську. Там до старих вікон прикріплені ящики для зберігання продуктів. У Воронежі теж все стабільно. Понад 100 багатоквартирних будинків залишилися без опалення через чергову аварію тепломережі. І це при тому, що Путін нещодавно витратив близько 620 мільйонів доларів на обстріли українських міст. Ящик теж такий, видите, для продуктів. Там вот пакеты просто, а тут продукты вот тут хранят. Ящики вот такие. Некоторые не знают, может. В Советском Союзе вот таких ящиках хранили. Мясо, рыбу. Вот в таком ящике тоже. Прямо в окно сделали. Еда. Прямо в окошко вот это. Холодильник. Лермонтова 60/2. Вот напротив крестьянского рынка. И уже к Новому году. Вот видите, люди как живут здесь. Вот. Вот в таком состоянии. Люди, видите, даже не теряют надежды, оптимизма. Все украсили здесь свой подъезд. Вот так. А тим часом Дондон Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених, якщо США знімуть санкції з його родичів. Перелік військовополонених він ніби передав Скотту Рітеру, який був офіцером розвідки морської піхоти Штатів, а зараз працює на російську пропаганду. Не винувати моя мама, жена, дочеря, там, і племянники мої, вони ніколи не участвували ніяких політичних обороні. Ну, как знаю, игра, да, и никогда даже слова не сказали, да. Поэтому против меня ведите все, что хотите, да. Ну, семью, да, мать, да, не трогайте, да. Если им важна, да, жизнь этих людей, там, если они хотят объединить семьи, там, если они вот такие, да, хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат, да. Пожалуйста, снимите эти абсурдные и ни на что не влияющие санкции против несовершеннолетних родственников Рамзана Кадырова, которые вообще не имеют к политике никакого отношения. И отмените эти смешные санкции, объявленные против его лошадей, ведь они ни в чем не виноваты и никак не влияют на безопасность США. Также просим вас убрать из санкционного списка самолеты, которые включены в список только потому, что на них летал Рамзан Кадыров. Війна завжди повертається туди, звідки прийшла. Коли українські збройні сили атакували законні військові цілі на болотах, ті вирішили позбивати ракети над головами своїх мешканців. Але навіть на місцевому телебаченні щось пішло не так. Шмєкіна вже було,
а тепер Белград. Отношения к обстрелам Белграда сегодня днем центр города оказался под огнем ВСУ. Но, как результат, жители Белграда начали массово текать по селам, не знаючи, что у карми немає меж. Как Белгород обстреляли, сразу все вспомнили, что у них есть родственники где-то в области. Вспомнили про своих бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Лишь бы не находиться где-то в центре города. Вот она такая пробочка, ниже поселка Северного. Пройшло 0 днів, як у Соловйова не прогресувала шизофренія. Той знову взявся погрожувати. Каже, що Київ має спіткати така сама доля, як і сектор Гази. Кстати, а у нас є тільки бомбардировщиків. Може нам рецепт Муждабаєва виплатити? Ну, взлітає 200, 100, а лучше 1000. І сносимся. І що починає кричати Муждабаєв? А нас-то за что? Они просто берут и разбираются, скажем, с Киевом, так как с сектором Газа. Ну, сбрасывают тут просто ровно столько же бомб. И что будет? Ну, все прогрессивное человечество станет кричать: «Русские, что вы делаете? Вы звери, как можно? Геноцид, правда?» Это государство Израиль говорят: «Да нет, все нормально». При этом объяснение какое? Ну, ведь 7 числа никто на Россию террористически не нападал. Хочешь сказать, серьезно? А Донбасс 17 по 24 февраля кто долбил так, что даже сейчас меньше долбит? А, это другое, точно. Это же другое, ну, конечно. Красноярські чиновники поскаржилися, що діти з інвалідністю та сироти хочуть отримати від них надто дорогі подарунки. У Красноярську проходить благодійна акція «Йолка желаній», у рамках якої чиновники витягують папірці з побажанням дітей та дарують їм подарунки. Цього року депутати заявили, що запит дітей, які можуть отримати подарунок, зросли. Ну, уточнення по «Йолки желаній». На самом деле, я задам сейчас непопулярний вопрос. Так. Но наши дети просят подарки очень дорогостоящие, до 50 тысяч рублей. Понимаете, в будущем году, наверное, это будет и 100, и 120. То есть, на самом деле, это неправильный подход. Ну, нам надо как-то решать эти вопросы, потому что есть подарки, ну, те, которые вот... У меня есть предложение только одно, давайте объединяться и помогать друг другу. У нас не так уж и много там... шаров, которые наши с вами шары. Ну, давайте где-то помогать, объединяться, если там... Хотя большинство там вполне себе подарки, вот которые мы можем... Вот со мной уже Александр Владимирович. Да. Друзья, знаете, я просто слышал мнение, это от сотрудника, ну, вернее, от одного из членов правительства Красноярского края. Вот дама сказала следующее, просто не буду имя называть, она говорит: я вот своему ребенку за 15 тысяч рублей подарок дарю, а никому-то неизвестному мальчику за 35. И я не, то есть, условно говоря, конечно, мой ребенок не понимает этого, но мне, как матери, обидно. Но это так. Я понимаю, что грешно такие вещи обсуждать, но, тем не менее, мне кажется, правильные вещи сказали, Вера Гордон. Мне кажется, это вообще не очень уместное обсуждение. А если для кого-то это тяжело и невозможно к участию, ну, давайте не будем, мы справимся оставшимся составом депутатского корпуса. Это не просто благотворительная акция, это очень особые дети, очень особые семьи. И помочь им, ну, наверное, по-человечески было бы правильным. Так, а где деньги, товарищ? Знаєте, чому шлюб Кіасаяна і Сіманян такий міцний? Тому що їх поєднує спільні інтереси – щоденно брехати. Ми вирішили шиканути і зняти праздничну програму в самих дорогих в історії передачі «Декорац». Ну, а щоб ніхто не забував, що міжнародна пілорама була з яйцями весь год, сьогодні вспомнимо всіх тих, о ком ми 12 місяців шутили. Затем Вова поспішив к бестолковому німецькому канцлеру. Із машини він вийшов з уже протягнутою рукою. Вальдемар, як турне? Турне отлично, збори нульові. В Фінляндії в книгі почетних гостей Зеленський нарисував глобус України і написав суму, яку Хельсінки повинні перевести Києву з помісячним графіком оплати. Пользуясь отсутствием жены, при появлении финской премьерши он моментально оживился. А разрешите вас пригласить? В Киев? Да что там делать? В сауну.
После ухода в отставку Бориса Джонсона Зеленский еще никогда не чувствовал такой острой конкуренции на рынке политических шутов, как в Аргентине у нового президента. Обнимаясь с аргентинцем, глава украинцев понял, что лазить по карманам умеет не только он. А, як смішно. Напевно, дивитися ось цей випуск усім тим людям, які буквально на морозі стояли в чергах за яйцями. Ось мешканці окупованого Маріуполя розповіли про те, як їх позбавляють квартир. Як з'ясувалося, всі будинки у Приморському районі міста йдуть під іпотеку. У цей час пенсіонери, які пережили війну, не можуть ні повернутися у своє житло, ні отримати нове від Росії. Ми просто живемо бомжами. Вот это все время ми живемо бомжами. І у нас ніякої надежди нету вообще получить квартири в этом домі, вернуться в свой дом, хоча б хоч какой-то угол був. Скільки ж можна нам вот это мучиться? Нігде нас не слышать, ніхто нас не понимает. Нічого нам ніхто не помогає делать. Ми ходимо, я же говорю, живемо просто бомжами здесь. И мы как могли, так выживали. Неустроенные. А ты считай, свой подвал, вонючий подвал. Канализация не работает. Мы там как могли все это, понимаете? Угу. Ну, мы что же люди, надо как-то понять нас. Мы просидели тут войну, пережили. Кто ломал руки, кто ноги. Ну, извините, господа, уже время сколько прошло. Ну, дайте нам, на старости, пожить в своих квартирах. Умереть в своих квартирах, в конце концов-то. Я вот инвалид. Оккупанты продают квартиры, а нам не дают. А раз не положено. Извините, почему все дома, которые у нас в Приморском районе, они идут все под ипотеку? Почему на Невском взяли эти поля и там строят? Стройте вот наши дома. Мы ничего лишнего не хотим. Пять этажей, пять. Почему отбирают, почему отжимают квартиры законные? Вот больше года назад пришли, померили окна, посчитали, сколько шифера надо, сколько всего. И вот я с забитыми окнами уже второй год живу. Также без окон, также без крыши. Крыша течет, окон не стоит. Все, что могла в своих силах, я поставила. Но больше я не могу. Поэтому вот так вот. И так везде, каждый второй дом. Да. Каждый второй дом. Никакой помощи, никаких там стройматериалов. Только вот, да, будем давать, да, может быть, да, ждите, да, когда-нибудь. Окон нет, того нет, того нет. Что мы можем сделать? У нас більше нічого ні. Вот так. Як бачимо, справжній русський мір. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.